Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор четвертого каталога Faberlic, он у нас уже будет трехнедельный. Оставлю вам свои отзывы на новинки третьего каталога, итак, поехали. Много новинок, прям очень много. Про пятый каталог я вообще молчу, девчонки, я не знаю, как все попробовать, как все потестировать, хочется все и сразу. Давайте разбираться. Серия Dream Therapy. Хорошая серия, мне очень нравится. Оценила ее по достоинству. Вот такая бижутерия у нас интересная с вами появляется. Обязательно что-нибудь возьму, потестирую. Вот этот набор мне кажется грубоватым. Ну, не к любому луку он подойдет, скажем так. Прям как-то вот грубовато, не отесано, да? Вот эти сережки нравятся. Ну, вот эти, мне кажется, вообще не... пусеты ни о чем. Вот этот тоже цвет очень красивый, прям хочется, но тоже какой-то грубоватый. Не знаю, посмотрю, что буду заказывать. Что-нибудь обязательно с вами возьмем. По палетке есть обзор подробный. Мы с вами и макияж с ней делали, все рассказывала, все объясняла. Качество ниже среднего. Пигментация нормально. Можно наносить и влажным способом, можно наносить и пальцем, как бы и кистью, если хотите, слабое сияние. Но сиреневый он вовсе не сиреневый, он розовый. И оттенки немножко с каталогом не совпадают, да. Хотелось именно из-за сиреневого оттенка, но он розовый на моих глазах, хоть убей. Дальше тональный крем пришел у меня со сломанной крышкой, но это ладно. Вообще его тональный крем-желе не оценила, и в кушон мы с вами его перелили, и кушоном попробовали наносить. В общем, ну не понравился вообще ни о чем. Я его, скорее всего, выкину, потому что я ему применения не нашла. Но вот не нашла совсем, потому что он очень жидкий, он какой-то водянистый, он ничего не перекрывает, он как-то плохо наносится. Он что есть, что нет. Вот, ну вообще ни о чем. Поэтому не рекомендую. Есть классные, очень классные тональные средства Faberlic, более достойного качества и даже бюджетней. По наклейкам. Вот наклейки на ногтях мы с вами делали. Во влоге, да, вот они как выглядят. Они, в принципе, держатся, и мы с вами перекрывали топом. Топ тоже очень понравился, сейчас я вам покажу поближе. Топ тоже очень понравился, как бы все достойно, все хорошо. А по татуировкам, девчонки, тоже мы с вами во влоге наносили, клеили. Отходит сразу. То есть это такая плотная пленка, не тоненькая пленка, как есть бывают татуировки, а плотная, толстая. И она не держится на коже. Она абсолютно не держится на коже, она сразу слетает. Она не прилипает никак к коже, я не знаю. Вот поэтому татуировки очень неудачные из весенней серии. Красивые, но никуда их не применишь. Так, заказала вот такой вот лак. В следующем видео будем с вами тестировать. Посмотрела на него обзор, очень красивый. По подводке. Подводка классная, похож очень на подводку маркер для глаз из линейки Glam Team. К ней никаких вообще нареканий абсолютно нет. Вот такие наборчики у нас с вами. Кстати, пудровая помада для губ Soft Nude мне безумно нравится. Она напоминает полуматовую губную помаду Овацию, которую у нас с вами вывели. По-моему, несколько оттенков еще у нас в продажах осталось. Ее рекомендую, кто любит матовый финиш. А туши, ну, не знаю, если брать, то Long Strong, но... И Макси, в принципе, неплохая, на них тоже есть любители, но я эти туши как-то не очень люблю. Буду брать себе обязательно запасной блок. Посмотрела видео, он подходит и к кушону Асиул, потому что вот с тем тональным кремом наигрались, и это полное Г, и самая невесомая текстура по мне, в то же время плотная и перекрывающая все раздражения, покраснения и невидимое на лице, для меня это кушон Асиул и кушон Baby Face. Но Асиул, он как-то больше сияния придает. Мы с вами сравнивали, есть в инфобоксе информация по кушонам, я брала золотисто-бежевый, он по цвету похож на Асиул. Вот такой блок, и возьму себе обязательно. Так, вот еще у нас новиночки, тени. И тоже видела уже обзор у ВИПов на эти оттенки. И вы знаете, мне понравилось. Но это, поиграться, это хайлайтер с небольшим оттенком, как бы, да? Поэтому я брать не буду. У меня таких оттенков тьма. И в палетках фаберликовских они есть. Не вижу смысла брать, потому что для них нужно будет брать тогда и саму палитру, чтобы вставить оттеночки. Поэтому нет, 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 нет. Лаки по распродаже у нас. С блестками классные лаки, очень долго держатся на ногтях, кто красит ногти сам. Beauty Cafe Caprice – один из самых моих любимых ароматов Faberlic, поэтому кто не пробовал, сейчас очень хорошая цена. Для знакомства можно взять в формате геля. Я сначала взяла гель для душа, мне безумно понравился, потом заказала полную размерку. Пользуюсь с удовольствием. Сладенький, вкусненький, но в то же время не сильно приторный, достойный, очень достойный аромат. Гели для душа лимитки, которые появились в прошлом каталоге, мне безумно понравилась лилия и тюльпан. Магнолия и роза на последнем месте. Особенно магнолия, их вообще не поняла. Для меня невкусные совершенно. Желтые ценники Биобло. Хорошая серия, очень достойная. One Week Miracle. Много раз вам давала на нее отзыв. Действительно, тоже работающая серия. Никак не могу ее доиспользовать, чтобы приступить к другим новинкам. Потому что
Какие-то нескончаемые баночки. Вот сыворотка скоро закончится. Дневной ночной крем как-то нет. Мист минеральная вода с морскими водорослями из линейки Океаном. Новинка прошлого каталога. Вообще зашел на ура, девчонки. Прям рекомендую. Если вам кажется, что 329 рублей это дорого, можно взять по лайку. Да? Он обалденный. И как тоник для лица. Я и попробовала его и на волосы, и на тело. И тело увлажняет после душа, после скрабика. Прям классно. Это моя новая любовь, могу сказать абсолютно точно. Серия Океаном наборчики. Викенд очень люблю сейчас, кстати, чтобы кожа весной проснулась, стала румяная, здоровая, хорошо выглядящая. Советую к этой линейке присмотреться. Global Oxygen тоже очень люблю. Маска потрясающая для лица ночная. Ну, это как ночной крем больше, да? 499 рублей. У кого уже начинает кожа жирниться, да, к весне и весной, дневной крем кислородный баланс, матирующий. А лучше Фаберлик не матирует ничего. Но я не говорю про такие средства Beauty Lab, потому что там силикончики, крем он тоже очень круто матирует, да, но там силикончики может забивать поры, если сильная жирная кожа. Вот он, кстати, Beauty Lab. Beauty Lab, конечно, сыворотка для лица. Где она у нас? Экспресс-корректор, вот сыворотка. Нет, крем, сыворотка нет. Девчонки мне ее раскритиковали, я ее не брала. А вот крем, да, действительно хит продаж, он у меня до сих пор стоит. Я им пользуюсь не каждый день, но рука к нему тянется. Так, в пятом каталоге, по-моему, будет хорошая цена на набор карбокситерапии, поэтому здесь немножко проходим мимо. Девчонки, многие нахваливают Реноваш, особенно крем для век. Я никак до этих кремов не дойду, потому что все время тестирую новинки, очень много ухода стоит недоиспользованного. Но я обязательно как-нибудь до этой серии найду, и мы ее с вами как следует протестируем. Ретинол, коллаген, безумно крутые работающие тоже серии, советую присмотреться. Скидочки есть небольшие. А, скидка на активную сыворотку для роста ресниц. Классная, супер, обожаю. Так же, как и для роста бровей. Только для ресниц здесь кисточка побольше, есть наконечник. Видите, такой беленький. Им удобно прокрашивать межресничку. Работает. Дней через 10 ресницы становятся гуще, растут новые. Я уже рассказывала вам эту душевную историю. Растут там, где расти не должны. Например, в уголках глаза. У меня даже после этой сыворотки начинали расти ресницы. Но она реально работает. Главное не пропускать, у нее накопительный эффект. Так, ну кислоты, девчонки, вот последний месяц. Все, дальше мы с вами кислоты использовать не будем, потому что уже начинает активно солнышко выходить. Да, поэтому кислоты пока вот используем еще, ну, до середины марта край, и все, достаточно. А, скраб понравился, очень понравился. Он гуще, чем предыдущий. А цена, ну, нормальная цена, со скидкой будет там 180 рублей, да, где-нибудь 190, так нормальная цена, в принципе, 185 грамм, очень классный. Он легонечко-легонечко охлаждает, прям совсем чуть-чуть, скрабирует замечательно, частичек очень много, он сахарный, все прекрасно, замечательно, люблю и буду, скорее всего, повторять, когда эти доиспользую. Щетка появляется вот такая, я брать не буду, потому что у меня такая щетка есть, из натуральной щетины, кстати, тоже за натуральную щетину 699 минус скидка 500 с чем-то рублей, да, это нормальная цена, поэтому, кто хотел давно такую щетку, присмотритесь, для сухого массажа, вот схема нарисована, да, ей можно и мыться, как бы кто во что гораст, как говорится. Доктор Кор линейку я не полюбила, поэтому вам про нее и не рассказываю, пролистываю. Гель-скатка хит продаж, на нее пока скидки особенной нету, но я ее очень люблю. Так, серия ICU, ну, вот кушон мой любимый. Если думаете взять какое-нибудь классное, перекрывающее, невесомое и суперское тональное средство, вот я вам сюда советую. Я прям вам советую сюда по Фаберлик Лайк брать кушон и радоваться жизни. Крем вот эти все вообще классные. Гиалуроновый с алоэ вера на лето. Ночная маска для лица классная, хорошо подходит для сухой кожи, для любой, она не утяжеляет. Активный крем для лица вообще потрясающий, у него такой запах невероятный. У меня Ксюша все время говорит: «Мама, как от тебя вкусно пахнет». Вот сейчас его заканчиваю, тоже крутой, очень здорово увлажняет. Не скажу, что подтягивает, но упругость дарит. Жидкая матовая помада, моя любимая, будет по хорошей скидке. Советую присмотреться. Здесь крутые ходовые оттенки, и она очень комфортная на губах, как бархат. Когда ее наносишь, она такая влажненькая, классненькая, а потом приобретает такой матовый бархатный финиш. Она не сильно стойкая, но она довольно комфортно сходит с губ, без каких-либо пятен, там, а равномерно. Поэтому одна из любимых тоже моих помад – Faberlic. Вот как раз подводка «Маркер». Очень нравится, пользуюсь коричневой, еще заказала потом вот эту красненькую, мне безумно нравится, я вот только ей пользуюсь, у меня есть дорогие подводки, у меня есть дорогие карандаши, рука вообще не тянется, вот Фаберлик впереди планеты всей, цена классная, советую присмотреться, наносить удобно, можно рисовать толстую стрелку, можно межресничку прорисовывать, вообще никаких нареканий к этому средству нет. Кстати, вот этот тональный крем тоже очень понравился, для жирной кожи, и для комбинированной, и для нормальной, прям вот вообще здорово, потрясающе, вот 239 рублей все удовольствие, не надо вот за 1000 эту нам новинку, вообще совсем не надо. А вот сияние пока стоит, потому что слишком много сияния даже мне, моей нормальной коже, я его хочу миксануть, не знаю, с матовым, наверное, перемешать.
помешать посмотреть, как все это будет выглядеть. Любимейшие мои палеточки, ну, точнее, вот эта палетка, потому что вот эта вообще не зашла. Это тоже классная, но она здесь дорогая и себя не оправдывает, потому что, допустим, вот этим оттенком я не пользуюсь. Пудра мне тоже не нужна, да? Я пользуюсь только вот этими тремя. И смысла переплачивать не вижу. Вот этот я уже израсходовала, и пришлось мне вот этим пользоваться, потому что они похожи, только четвертый, он получается с блестками, там очень много блесток, да? Поэтому в следующий раз я возьму только такую, и смысла вот эту брать не вижу. Да, 479 рублей, хорошая скидка. Советую брать вот эту 63-34, потому что вот это подойдет далеко не каждому, 63-35. Здесь довольно темные румяна. И очень странного оттенка контуринг, очень странного. И хайлайтер мне здесь тоже не нравится. Здесь палитры гораздо удачнее. Румяна яркие, насыщенные, можно тихонечко, ну, как бы нанести и не переборщишь, да. Но они освежают лицо, а вот эти старят его. Вот вообще гадкая палетка, я ее выбросила, я вам, по-моему, показывала. Мне вообще не подошли оттенки. Любимый мой праймер для губ, пока на него скидки нет, но он потрясающий. И вот как на фото показано, действительно он так губки разглаживает. А новинки, ну я не знаю, насколько они мне актуальны, потому что я делаю маникюр в салоне. Но мне интересно, универсальное средство для снятия всех видов лака. Гель-лака. То есть вот для такого покрытия тоже подойдет? Вот даже не знаю, может быть, что-нибудь возьму, протестирую. На мой карандаш скидка крутая, любимая. Смотрите, у меня пока есть один в запасниках, но, может быть, еще возьму. Он действительно крутой, на кутикулу наносишь, и она просто возрожденная, и может пережить еще денечек, но если раз в день наносить, до маникюра как бы можно пережить с красивым маникюром, да? Так, новинки ароматов. Ароматы уже подорожали. Я заказала, точнее, у меня девочка заказала два аромата, и мы с ней... заказали по ценам прошлого каталога, зелененький и черный, ей очень понравился. И, кстати, сейчас ношу Дольче Габбана, и он действительно похож на зеленый. Вот этот вот, Дольче Габбана в розовом флаконе. Действительно похож на зеленый вот этот. Мне прям вот зеленый захотелось теперь, девчонки. Не знаю. Так, весенние ароматы. Рената зеленая. Нет на нее пока скидочки. Авиатрис мне не понравился. Не могу вам его рекомендовать. Элисар тоже носила и не хочется. Какой ближе по навесну очень подойдет. А вот тяжелый артиллерий. Он, конечно, морской. Какой-то прям тяжелый. Футурия классный аромат. Мурмур сладенький, классный. Вообще с удовольствием тоже пользуюсь. Вы спрашиваете про ароматы, я вам так быстренько свои ощущения даю. Но лучше брать, конечно, пробники. Пробники брать. Это ароматы тоже насыщенные, тяжелые. Но не для... весны-лето, на мой взгляд. Но некоторые пользуются и в теплое время года, ими прям с превеликим удовольствием. Мужу какой взять аромат, да, сейчас 23 февраля, вот из девчонок будет брать. Ну, эфирные масла хоть подешевле стали, а то все 899 рублей. Прямо ужас какой-то. Может быть, возьму что-то из этой серии. Диффузоры больше брать не хочется. Дорого и как-то не оправдывает себя. Лучше спрей взять. Вот у нас Биоси в каталоге. В том были другие продукты, в этом другие. Видимо, по чуть-чуть в каждый каталог запихнули, да? Я пролистываю и воздерживаюсь от комментариев. Обязательно буду брать дезики, потому что мне безумно нравится вот эта серия... Фаберлик Эксперт Фарм. Она действительно рабочая. Здесь космецевтика, да. Не знаю, может, все три прям возьму. И спрей удобный, вообще супер. Нам обещают даже эффект до 4 дней, ультра. Лайт эффект до 3 дней, может, Ксюшке отдам. Потому что, ну, серия крутая. Без спирта, без пяти надежды. Женщинам, мужчинам. Ага, и на коже ступней даже можно было. У кого у мужчин ножки воняют, смотрите, девчонки, можно ножки мазать этим дезиком. То есть даже спреем распшикивать. Надо будет запробовать. Так. А в следующем каталоге вообще в Эксперт Фарма появляется огромный крем гладкие пяточки. Но об этом мы с вами потом. Пока по этому каталогу. Так, у меня гладкие пяточки в запасе пока есть. Что-то 200 рублей с какой-то звездочкой. Какая-то акция. А, 3 бальзама 119, 5 бальзамов 89. Ну, не будем. Мы в следующем каталоге огромные возьмем. Зачем нам? Ночные по 149 возьму обязательно в запас прокладки, потому что я их люблю, обожаю. Новинки у нас прошлого даже каталога, до сих пор пишут новинки, ну, нормальные новинки, я, Ксюша, бомбочки периодически беру. Луника мне не нравится, хотя многие девчонки любят, меня отпугивает очень яркий аромат. И Делайн стала хуже, раньше с алоем была гораздо мощнее, сейчас раздражение после депилятора у меня крем не снимает. Такая интересная новинка у нас с вами в серии Эксперт.
Это сыворотка концентрат и интенсивное укрепление для кожи головы. Укрепляет корни волос, возвращает жизненную силу, насыщает питательными веществами. Но я люблю вообще такие штуки. Я надеюсь, работает. Просто у меня от этой серии голова чешется, поэтому мне так страшно брать что-то новенькое. Причем вот в этой серии как-то меньше чешется. Мы с вами брали вот такую вот синюю, да? Позже начало чесаться, скажем так. А у Ксюшки, вот она тоже помыла, у нее тоже чесалось от этой серии. Да? Вот тут классное средство, мне нравится, аромат прикольный. Написано, что количество, кстати, ограничено, имейте в виду. Надо закупаться. Морожка вообще супер. И Арису супер для волос. Прям морожка очень зашла. Пока цены адекватные. Вообще на нее цены адекватные. Почти как на ботанику, только большой объем и гораздо лучше ботаники. Ботаника, она не очень бережна к поврежденным волосам, скажем так. Да? А здесь более бережный уход. Волосики очень блестят. Здорово. Детская линеечка по 149 рублей. Я уже Ксюшу ее не беру, она уже моется всем моим. А вот эту обязательно возьмем. В запас, как всегда. Это у меня постоянная покупка. На кофе опять нет скидки. Дождусь я когда-нибудь или нет у него скидку, я не знаю. По 449 рублей как-то брать не хочется. Я уже вчера хотела в магазине брать, потом себя сдержала. У меня пока есть молотый, точнее в зернах. Я его молю, допиваю. До скидки продержусь, надеюсь. По Faberlic Light можно супчик себе еще взять. Или коктейльчик. Скоро весна, девчонки. Надо начинать худеть. Да. Но пока это только слова. Детские витамины, ну что могу сказать? Я вам в вкладке сообщества писала, что ответила обратная связь. Мы с вами рыбки обязательно надламываем и выливаем на еду. Я Ксюша на кусочек хлеба выливаю, потому что когда я ей вылила просто в рот, она сказала фу. А витамин D3 красненькие такие, да? Розовые, ярко-розовые. Не понравилось ей их жевать. Обратная связь ответила, что их можно как раз-таки проглатывать целиком. Она у меня проглатывает их целиком, жевать не хочет. Она у меня сейчас пьет омегу-3, витамин D3 и живицу. Вот сейчас она мне пьет 3 БАДы, потому что в школу вышли, а все кругом болеют. Что я вам показываю, девчонки? Я вам показываю взрослые, а рассказываю про детские. Ну, бывает, да? Пока цена еще более-менее адекватная. Мне кажется, потом будет дороже. Хотя... Ну, в общем, можно по лайку взять, по лайку, по VIP-программе, да? Так, вроде из БАДов у нас больше ничего нового, ну, Артрофорте. Артрофорте, не знаю, девчонки, брать, не брать, я столько БАДов сейчас пью, наверное, воздержусь, но, конечно, хочется ее попробовать, укрепление, поддержка суставов, это на самом деле важно. Такой же чай у нас с вами, Артро, появляется, да, до комплектации. Вот такая у нас новинка, электростимулятор через кожный Денас Остеопро, 13 900 будет стоить, интересно. Я в Денасе плохо понимаю, но мой директор Катюша прошла обучение, и она, если что, нам все объясняет, все рассказывает, кому что нужно, кого что заинтересовало, потому что аппарат, конечно, уникальный, на самом деле уникальный. Цветочные новинки, слава богу, а то все какое-то зеленое, синее, яркое, а здесь прям вот красота. Да? Салфетка джутовая, кстати, нравится. Она прям такая жесткая, убираться ей приятно. Приятно и эффективно. Я никак не могу многофункциональные салфетки вот эти приобрести. А хочется. Не было у нас на нашем складе. Лавандовый такой приятный цвет и зелененький. Уже под какой-то интерьер можно подобрать. Кстати, вот этот цвет лавандовый, сиреневый, он в этом году в тренде. Поэтому, девчонки, присматриваемся. Много таких коробочек. Может быть, что-то мне когда-то и пригодится. Но сначала надо сделать ремонт. Да? Серия Гринви. Порошочек классный. Сколько он у нас будет стоить? 399. Ну, со скидкой консультанта 26% нормально будет. В принципе. А так, конечно, он дороговат, потому что универсальный ничуть не хуже на самом деле. 329, но универсальный будет по 299, если я не ошибаюсь, в пятом каталоге. Вот там я и запасусь, пока у меня запас большой. А ультракондиционеры кончаются. Буду что-то обязательно брать. Кстати, девчонки, участвуйте в акции. Напишите, парогенератор-то хотите для VIP-консультантов. Но я пока 100 баллов делаю, и я хочу, кстати, этот парогенератор. Я про него почитала, посмотрела. Ну, штука классная. Я не люблю утюжить, но мне кажется, с такой штукой это будет в радость. Вот такая у нас еще новинка. Возьму обязательно попробую, потому что у меня диван прошлых хозяев, да. И мы попробуем бежевый, как раз на котором я снимаю, почистить. Может быть, он и не бежевый вовсе. Пенный очиститель для ковров, тканей и обивок. Вот. Возьму. Обязательно попробую. Новинка очень интересная. Удобный формат. Я люблю, когда удобно. Новая коллекция одежды. Здесь меня особенно сильно ничего не привлекло. На сайте выбор большой. Кстати, девчонки, от моих консультантов и вообще от девчонок иногда поступают вопросы.
Вот я хочу, допустим, такой-то крем, а его нет в каталоге. Теперь мне ждать, когда он появится в каталоге. Девчонки, в каталоге не влезет вся продукция Faberlic. Особенно для тех, кто был в Avon, это в диковинку, да? Потому что в Avon мы можем купить только то, что в каталоге. А в Faberlic мы можем купить всю продукцию Faberlic, которая есть на сайте. Там есть и старенькие какие-то продукты, и все новинки, и полная коллекция одежды. И если какого-то средства, которое вы любите, нет в каталоге, куртка прикольная, а есть на сайте. Но в пятом каталоге тоже новинки одежды выходят. Вот я прям загляделась, я прям засмотрелась, и все, не могу. Пятый каталог — это что-то с чем-то, девчонки. Кто еще не видел? Ох, вообще. Вот, поэтому, если вам что-то нужно, вы прям в поиске, в приложении или на сайте вбиваете название. Если вы не знаете, артикул по названию вам выдаст. Если не выдал, можно в гугле вбить. Потому что часто еще девчонки пишут: а напишите артикул, напишите название. Девчонки, гугл в помощь. Допустим, вбиваем халат Faberlic, и вам выдает Google халаты Faberlic вместе с артикулами. И вы уже идете на сайт и вбиваете артикулы, находите все, что вам нужно. Халат брать не буду, я у них не хожу. Вот. Поэтому все на сайте. Очень много продукции. Если ее нет здесь, она обязательно есть на сайте. Да? Так, что у нас тут еще с вами? Новиночка вот какая. У нас с вами универсальный бальзам-концентрат. Смотрела у ВИПов тоже уже отзывы. Ну, не сильно смягчает, но будем все равно пробовать. На вазелин похожий продукт. У нас с вами желтые ценники. Возьмем что-нибудь еще, значит, из этой серии. А может быть, и не возьмем. В конце желтые ценники на биоку. Ботаника у нас здесь с вами, кремушки. Маски, которые не люблю, потому что блестки по всему. Ботаника.